Приветствую вас. Я думаю, что советовать вам именно психологи не будут, потому что это было бы как-то несправедливо по отношению к вам, нечестно, вот, неэтично, потому что мы именно что психологи, мы не знаем вас, мы не знаем, какие вы люди. И так далее. Поэтому здесь, на мой взгляд, нужно не советоваться, а работать над гармонизацией отношений, если вы действительно хотите ситуацию, ну, как-то вот наладить. Вот. Это первое, наверное, что можно сказать вам. Второй момент. Значит, семейное поведение, семейные отношения. Это система. Если ваш муж, условно говоря, перестал вас привлекать, перестал вести себя таким образом, чтобы вы чувствовали себя как-то вот, ну, женщины, да, чтобы вы были там привлекательны для него, то есть вы не чувствуете себя привлекательны для него. Если это происходит, то, скорее всего, есть проблемы в изменении модели поведения. В утрате в моделях поведения тех элементов, которые ранее, собственно, допускали такую вот реакцию, да, то есть, если мужчина, образно говоря, перестал вести себя как мужчина, начал вести себя больше как именно муж в самом таком вот негативном, может быть, смысле этого слова, вот, то этому поспособствовало в том числе и ваша модель поведения. Вот. Вопрос только заключается в том, что это за модель поведения, что именно изменилось и почему. Да? Дальше. В какой-то степени есть проблематика общего между вами. То есть вот недостаточно общего между вами. А общего между вами мало. Это, конечно, поднимает вопрос о том, что вас объединяет и что собственно вас связывают. Чувства, какими бы они ни были, чувства могут проходить, если они, я имею в виду чувства, не подкрепляются как-то вот. Понимаете? И важно понимать, как вы конкретно можете подкреплять чувства.
друг другу. Вот. Ну, там, что изменилось, и... Между вами, что изменилось, да? Да. Вот, эти моменты крайне важны для вас. Необходимо учиться говорить о своих чувствах, говорить о них без обвинений, без претензий, говорить о них позитивно. Вот, и, собственно, с большой долей вероятности тогда ситуация изменится в лучшую сторону, при условии, если у вас, у обоих, есть потенциал к тому, чтобы работать над отношениями, ну, над отношениями. Вот. Если такого потенциала нет, то, ну, соответственно, ничего не получится. Вот. Начинать нужно вам, в первую очередь. И, опять же, в первую очередь, что, о чем нужно подумать, это о том, почему для мужа лучше провести время за компьютерными играми, чем, допустим, с вами. То есть компьютерные игры человек обычно убегает, если это вот постоянно такой основе и довольно много, то это вот бегство. Компьютерные игры, бегство от реального мира. Не очень понял, как получилось так, что ваша традиция, в кавычках, ваша, то есть, честно говоря, я не очень понял, как это вообще возможно, да, то есть, есть традиция, она ваша, но... не совсем ваш. Вот как-то это несколько странно, на мой взгляд. Если традиция не ваша, то получается, что вы просто своему мужу подчинились и все. То есть, ну, тут тоже какой-то такой вот момент, и несколько, ну, двоякие, скажем так, да? Вот. Дальше. Так. Значит, поправка на 105 килограмм, потом заниматься каждый день. Нет времени, каждый день времени нет. Смотрите, ну здесь мы имеем расстройство, может быть, так сказать, пищевого поведения, да? То есть мы имеем дело с расстройством пищевого поведения. В том смысле, что лишний вес — это желание себя защитить. Вот, вероятно, так нам уже действует перспектива с отцом и ваша беременность. Там не проживается эмоционально ваша беременность, я имею в виду, не проживается эмоционально мужем, в первую очередь мужем. Вот. Так что в этом случае возможна история, при которой человек отстраняется.
и пытается максимально не привлекать, ну, здесь, вероятно, какая-то вот, какое-то непринятие, может быть, ответственности за ребенка. Дальше. Ну, это не точно, тут надо смотреть. А, ну вот, интимная близость тоже, да. А, значит, так, я понимаю, что не хочу как мужчина, но опять же, вот, ну вообще, изменения, людей, да, ну вот, вообще, изменения человека, это нормально, да, важно только то, насколько эти изменения субъективны. Насколько человек это делает, ну, потому что хочет. Насколько человек хочет поправляться, и вот насколько это все происходит именно по желанию, а не там, по той причине, что вот, ну, условно говоря, так складываются там обстоятельства, да, вот. То есть, здесь, на мой взгляд, нужно как-то это ограничивать, вот. Значит, следующее. Я боюсь того, что сейчас потихоньку остываю к нему, ведь мы даже по душам в последнее время не разговариваем. Ну, опять же, с чем это связано, да, что вы не говорите по душам. То есть, ну, честно говоря, я не думаю, что это случайность, что вы не говорите по душам. Я, честно говоря, думаю, что у этого есть какая-то вот, ну, закономерность, что вы не говорите по душам. И, соответственно, нужно посмотреть кульминацией чего стала вот такая реакция, ну, такое состояние. Вот. И ваши страхи, которые вот у вас есть, ваши опасения, которые есть, это также то, что стоит преследовать, потому что страх – это всегда угроза, это всегда не свобода, но вместе с тем, в какой-то степени здесь речь идет и про определенные желания, про определенные потребности. Вот, поэтому очень осторожно, на мой взгляд, нужно подходить к вопросу, ну, к вопросу о том, что делать дальше. Очень осторожно. Потому что испортить отношения, к сожалению, достаточно просто. Вот. А вот установить, ну, конечно, сложнее всегда, сложнее, сложнее. Вот. Ну вот, в принципе, я думаю, так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что вам это будет полезно. Вот, в качестве начала такой статуи истории.
В первую очередь, я думаю, что имеет смысл как-то оживить ваши совместные воспоминания. То есть, ну, вот то, что вас именно объединяет, там, что вы действительно можете рассвариться в быту, я думаю, что вам этого не хотелось бы. Ну, вот, в принципе, никому бы этого не хотелось. Вот. Только тут нужно сидеть очень грамотно. Вы, например, знаете, что, ну, что вашему мужу нравится, вы знаете, что ваш муж любит, в том числе и вас, вот, и, соответственно, на это вам нужно обратить свое внимание. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.